Находимся в жилом районе «Машиностроитель». Конкретно на улице «Городок машиностроителей». Едем по этой улице в северо-западном направлении. А направление держим к микрорайону «Выемка», который вплотную граничит с жилым районом «Машиностроитель». Сегодня 15 мая 2024 год. Температура на дворе плюс 12-13 градусов. У этого указателя меняем направление движения по улице на юго-запад. На этом месте улица Городка машиностроителей закончилась, и мы выезжаем в микрорайон Выемка. Сворачиваем на главную улицу под названием Выемка. Это единственное название улицы на весь микрорайон. Свое название улица получила от этого бывшего поселка в 2004 году. В эти же годы поселок Выемка был присоединен к территории города и получил статус микрорайона. Об истории этого поселка мне более ничего не известно, но старожилы этого микрорайона могут поделиться об этом под видео. А мы постараемся осмотреть все закоулки этого района.
Выехали на объездную дорогу по границе микрорайона Выемка. Дорога уходит вдаль, к жилому району Малиновая гора. Но нам далее не надо. Развернемся где-то здесь и вернемся обратно в микрорайон Выемка. Здесь объездная дорога уходит с ИНК Булычева.
пятиэтажка, отстроенная в 1983 году. But it's up to you. Different directions, different connections. I am going nowhere, but it's up to you. It's